Книга «Сновидения в традиционной культуре» – это первое полное исследование в России, которое освещает тематику «Загробный мир» и «Сны». В этой монографии около 500 рассказов настоящих людей, которые виделись в своих снах с умершими родственниками или близкими знакомыми. Анализируя, авторы разделяют сновидения на несколько десятков жанров, композиций, признаков и показывают историю изучения этой темы. Где-то около 30 лет назад у одной женщины умер муж, и он снится ей и просит ее, спрашивает, можно ли я женюсь, причем женюсь на молодой и женюсь до обеда. Но она разводит руками, куда деваться, давай, хотя ей обидно. И она просыпается, идет на работу, и в это время на ее глазах сбивает молодую девушку, ее знакомую. И потом так оказывается совершенно случайным образом, что хоронят эту девушку рядом с могилой ее мужа. Подобные сны Евгений Сафронов собирает на протяжении 15 лет. Это свыше 2000 историй. В литературе они относятся к фольклористике. Автор сам предложил научному миру термин «иномерные сновидения», исследовал их на примере жителей Ульяновской области. Собраны такие тексты благодаря фольклорным этнографическим экспедициям Ульяновского педагогического университета. Эти тексты достаточно легко классифицируются на основе типичных действий иномирных персонажей. То есть покойники, как ни странно, в сновидениях совершают примерно одни и те же действия. И несмотря на тысячи текстов, как бы люди, не сговариваясь, рассказывают примерно об одних и тех же действиях, об одних и тех же местах. Объяснение этому автор дает различные – это и культурные стереотипы, и сам контекст. Анализ таких сновидений показывает их типичность. А по определенным символам, месту пребывания человека, даже языку, сны подразделяются в книге на разные стили. Конечно, в какой-то степени счастливый случай помог ему издать. Это не так легко сделать. Потому что Евгений Валерьевич в прошлом году стал лауреатом международного литературного конкурса имени Ивана Александровича Гончарова в номинации «Ученики Гончарова». Ну и тут, конечно, вот деньги, которые он получил, они и потрачены им на издание этой книги. После первого издания работа автора по сновидениям не заканчивается. Евгений Сафронов продолжает собирать необычные явления и анализировать их через литературу. В сборнике «Сновидения в традиционной культуре» писатель не рассматривает психологические аспекты таких снов, дает филологическую оценку, пополняя тем самым художественно-научное своеобразие страны. Анжела Запашта, Олег Тоньшин, репортер 73.